Детскую площадку у бульвара на улице Челюскинцев любят все, от мала до велика. Вот уже много лет сюда приходят гулять не только жители соседних домов. Карусели собирают ребят со всей округи. Это одно из популярных мест семейного отдыха в Октябрьском районе Самары. Я бабушка трех внуков. И 3, 5 и 7 лет. Мы эту площадку обожаем. Несмотря на то, что покрытия нет никакого, все равно даже вот этот старый автобус, и то здесь дети из него прям вот не выходят. Любят эту площадку. Конечно, эта площадка уже не соответствует нормам, и если бы ее сделали, мы бы просто были счастливы. И родители, и бабушки, и дети. Здесь очень много детских учреждений, 3 детских садика, 2 школы, детская поликлиника. Вот она всегда популярная. Вот у меня у самого 2 дочерей, маленькая 2 годика и старшая 9 лет. Вот, и они всегда стараются на эту площадку заходить, там, даже несмотря на ее состояние. Вот, и очень много жителей поддерживают, очень многие годы борются за то, чтобы вот ее уже полноценно реконструировали. Активисты разработали дизайн-проект. В первую очередь он предполагает обновление покрытия, оно должно быть антитравматичным. Установят на площадке беседку, оригинальные качели, песочницы, спортивный комплекс, парковые скамейки, урны, запланирован автополив и освещение. Все это может стать реальностью уже в следующем году. Проект вошел в топ-19 городских пространств, которые сейчас претендуют на комплексное благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Какие территории благоустроят, решат сами самарцы. Максимально честный выбор, который может сделать каждый житель города. Не ожидать, что за тебя кто-то проголосует, а именно самим включиться в это голосование. Тем более вариантов голосования достаточно много. Здесь самое главное желание и напор. И мы очень надеемся, что нам удастся в этом году все-таки одержать победу и сделать эту площадку идеальной. Проголосовать можно на сайте 63.городсреда.ру, а можно воспользоваться виджетом «Мой выбор, мое будущее» на информационных ресурсах городской и районных администраций. Помочь могут волонтеры и старшие по домам. Голосование продлится до 30 мая. Успейте отдать свой голос за любимое городское пространство.